Громкая отставка в правительстве Франции. Об уходе с поста министра иностранных дел объявил Лоран Фабиус. Через несколько дней он должен был отправиться в Мюнхен, чтобы принять участие в заседании нормандской четверки. Кто будет представлять Париж на министерском уровне в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, пока не ясно. Отмечу, об этой отставке заговорили уже в прошлом году. Поводом послужил грандиозный скандал с его сыном Тома. Американские власти обвинили Фабиуса-младшего в мошенничестве. В штате Невада выдан ордер на его арест. Тогда же французские журналисты стали настаивать, что Лоран Фабиус не может занимать такой пост. Семейные обстоятельства министра, который по долгу службы регулярно вел переговоры с американцами, могут стать сильным рычагом давления. Впрочем, официально о причинах отставки не объявлено. По данным агентства Рейтер, уход Фабиуса лишь начало масштабных перестановок в правительстве Оланда, который теряет доверие французов. Среди возможных преемников называют министра экологии Сеголен Рояль, бывшую супругу действующего президента.